среду, 22 января, губернатор Рязанской области Олег Ковалев посетил кондитерскую фабрику «Алела». Основным видом деятельности является производство и реализация кондитерских изделий. Продукция фабрики поставляется во многие регионы России, а также в Литву, Латвию и Израиль. Общая оценка, если сказать, то и чаеразвесочная фабрика, и кондитерская фабрика, они работают достаточно успешно. Работают по-современному. Они приспособились к рынку и учитывают конъюнктуру рынка. И есть уверенность в том, что они будут продолжать успешно развиваться.